Экспорт белорусской сельхозпродукции в минувшем году возрос на 15% и составил 4 миллиарда 900 миллионов долларов. В стране взят курс на инновационное развитие аграрной отрасли. Практически по всем позициям превышен уровень продуктивности 2016 года. Возросла урожайность зерновых, рапса, картофеля, сахарной свеклы. Средний удой молока на корову в Беларуси впервые превысил 5 тонн. Рост объемов производства в сочетании с благоприятной ценовой конъюнктурой и принятыми решениями по финансовому оздоровлению сельхозорганизаций способствовали улучшению аграрной экономики. Сокращается количество убыточных сельскохозяйственных предприятий. Ведущие британские преподаватели приехали в Беларусь, чтобы поделиться опытом с коллегами и студентами лингвистического университета. В Минске собрались более 100 человек со всей страны. Для преподавателей в зависимости от квалификации предложат 4 тренинга. Программа разработана Британским советом. Это международная организация преподавателей английского, которая более 70 лет сотрудничает с коллегами по всему миру. Олимпийская форма для болельщиков появилась в крупных универмагах Беларуси. В коллекции комплекты в стиле кэжуал и парадные костюмы. Их украшают национальные мотивы, а сама форма выполнена в актуальных в этом сезоне красных и серых оттенках. Поддержать сборную в стильном формате можно всей семьей. Для болельщиков создали популярный сейчас family look. В дополнение к модной спортивной коллекции белорусские предприятия выпустили стилизованные ремни, рюкзаки, сумки и обувь.